Средства гигиены, продукты долгосрочного хранения, одежда. Десятки ящиков с грузом. Очередную партию гуманитарной помощи для беженцев собрали волонтеры Подмосковья. Больше всего здесь одежды, вот самые большие коробки, это как раз таки одежда. Мужская одежда, женская одежда, детская одежда и куртки. Куртки у нас лежат отдельно, потому что их реально много, мы их под отдельную категорию ввели. К сбору гуманитарной помощи присоединились десятки неравнодушных химчан, а также крупные предприятия округа и общественные организации. Люди приносили пакеты с продуктами, воду, средства индивидуальной защиты. Свой вклад внесли и депутаты местного совдепа. Мы совместно с волонтерами сегодня отправляем вот эту вот гуманитарную помощь в очередной раз. И я уверен, что так оно и будет продолжаться. Мы единое целое, и мы всех наших братьев-славян и всех, кто попал в эту сложную ситуацию, будем всегда поддерживать, никогда не останемся в стороне. Самое время объединиться, считает и депутат Надежда Смирнова. Это поистине пример человечности, неравнодушия, соучастия, сострадания тем, кто в этом нуждается. И правильно, весь наши российские люди говорят, мы вместе. Машины с гуманитарной помощью отправятся в пункты временного содержания беженцев. Химки продолжит оказывать поддержку, пока это будет необходимо.